Buongiorno, а теперь переходим к практическим упражнениям. Esercizio 2. Scelta multipla. Presentazioni. Презентация. Ну, сейчас смотрим. Что поставим? Buongiorno или ciao, professore? Buongiorno, professore. Почему? Потому что это уважительная форма. Ciao – это привет. Мы говорим только к подружке, другу. Esercizio 2. Di dove sei o sono? Как бы ты сказала? Di dove sei? Ты откуда? Почему? Откуда ты? Ну, ты же не сам себя спрашиваешь, откуда я. Di dove sono? Sono – это я. Okay. Sei – это ты. Benissimo. Номер 3. Sono di Berlino или tedesca? E tu? Как корректнее по-итальянски? Sono di Berlino, e tu? Я Хорошо. Из Берлина, а ты? Benissimo. Почему не di tedesca? Ну, это нет никакого смысла в этой фразе. Хорошо, идем дальше. Esercizio numero 4. Buongiorno, signora. Lei или tu è italiana? Lei è italiana. Потому что, видишь, вежливая да. форма. Смотрим. Tu sei. Benissimo. Tu sei italiana. Numero 5. Sofia è italiana или italiano? Italiana, потому что Почему? Она девочка, окончание А. Italiana. Benissimo. Yes. Bravo. Numero 6. Io sono la vostra insegnante di italiano. Я есть. Io sono. Глагол ваша... essere. Io sono la vostra insegnante di italiano. Я ваша учитель итальянского языка. Benissimo. Смотрим. Esercizio numero 7. La studentessa è inglese. Студентка англичанка. Benissimo. Numero 8. Mi chiamo Pietro. E tu come? Come ti chiami? Почему ti chiami? Потому что на ты. Смотрим. Да. Окей, смотрим как дальше. Как тебя? Меня зовут Пьетро. А тебя как зовут? Эту комитикиами. Смотрим. Дальше идем. Esercizio 3. Abbinamento. Комитикиами. Упражнение номер 3. Как тебя зовут? Объединение. Нужно найти. Abbina le risposte alle domande. Come nell'esempio. Комитикиами. Сара, e tu? Как тебя зовут? Меня Сара, а тебя? Quanti anni hai? Сколько тебе лет? Что же мы поставим? Via dei Bordi 10. No, это что no, у нас? No. Это адрес. Это 349, это телефон. Номер телефона. Седичи. Это сколько тебе лет? Седичи. Sabrina Gmail. Писан, сколько тебе лет? Это адрес, а это? Quanti anni hai? Получается? Седичи. Сколько седичи это? 16. Дальше смотрим. Qual è il tuo indirizzo? Какой твой адрес? Какой возьмем? Indirizzo. Via Bardi. Bardi. Via dei Qual è il tuo indirizzo email? В этом случае какая разница? Con chiocciola, собачка, chiocciola. Какой твой адрес? Какой адрес? Sarina chiocciola gmail.com. Di dove sei? Sono italiana di Firenze. Ok. Я итальянка из Флоренции. Qual è il tuo numero di telefono? Какой твой номер телефона? 3 4 9 0 8 5 7 0 6 5. Проверяем. Benissimo. Bravi, applausi. Lezione 1. Ciao. Первый урок. Привет. Коммуникация. Общение. Come ti chiami?
Mi chiamo Anna. Как Итак, тебя зовут? Меня все зовут вместе, Анна. Что? Ну давай. Come ti chiami? Mi chiamo Anna. Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Di dove sei? Sono di Roma. Откуда ты? Я из Рома, из Рима. Еще я раз. Из Рима. Quanti anni hai? Ho 15 anni. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Qual è il tuo numero di telefono? Какой твой номер телефона? Qual è il tuo indirizzo email? Какой твой адрес e-mail? Ascoltare. Ciao, buongiorno. Послушаем. Ciao или добрый день. Ciao, Marco. Сюда Ciao, что ставим? Tommaso. Ciao, Хорошо. Tommaso. Ciao, Marco. Сюда что Ciao. Ставим? Окей, ставим ciao. Здесь у нас Ciao Sofia, сюда что ставим? Buongiorno, signor Antonelli. Почему? Официальная форма. Да. Buonasera, professoressa Timi. Buonasera. А дальше что делаем, нахуй? Формальная, на lei, неформальная. Buongiorno, buonasera. На lei, на вы мы говорим buongiorno. Buonasera, professore. На ты мы говорим ciao, ciao. Окей. Ascoltare. Tu come ti chiami? Послушаем. Как тебя зовут? Io sono Mina. Ciao a tutti. Я Мина. Всем привет. Ciao, io mi chiamo Anna. Ciao, меня зовут Анна. Привет. Salve, io sono Tommaso. E lei come si chiama? Здравствуйте, меня зовут Томмазо. Как вас зовут? Ciao ragazzi, benvenuti. Mi chiamo Eva Timi. Sono la vostra insegnante di italiano. Привет, ребята. Добро пожаловать. Меня зовут Эмма Тими. Я ваша учительница итальянского языка. Ciao, io mi chiamo Marco. E tu come ti chiami? Привет, меня зовут Марко. И как тебя зовут? Io sono Sofia, piacere. Я София, очень приятно. Здесь, в общем, можно по картинке. Salve. Что у нас Итало говорит? Significa, что значит salve? Информация от Итало. Salve. Significa buongiorno и ciao. Да, можно еще и salve можно сказать. Salve. Essere. Глагол и, быть. Да, chiamarsi. Глагол называться. Io sono. Я есть. Mi chiamo. Меня зовут. Tu sei. Ты есть. Ti chiami. Тебя зовут. Lui, lei. Lei e. Он, она. Вы есть. Si chiama. Зовут, называют. Ascoltare ci come ciao. Прослушаем букву ci как в слове ciao. Ascolta e ripeti le parole. Послушай и повтори слова. Caffè. Caffè, кофе. Piacere. Очень приятно. Spaghetti. Spaghetti. Gatto. Кот. Ciao. Привет. Cinema. Кино. Chitarra. Гитара. Gelato. Мороженое. Giornale. Газета. Formaggio. Сыр. Cane. Собака. Zucchero. Сахар. Medico. Доктор. Медик. Местоимение ты и вы в итальянском языке не обязательно в произношении, поэтому чаще всего опускается. Мы просто говорим, подразумеваем ту, а говорим «Di dove sei?» – «Ты откуда?» «Di dove?» «Di dove?» – понятно, что это на «вы». Вежливая форма, мы говорим «Вы откуда?» «Di dove è?» E per il momento è tutto. A pagare, ciao. До свидания. Ciao, ciao. Ciao, ciao.